Правый и левый берег реки вновь связал понтонник. Сегодня попасть с района Абе за реку стало гораздо проще и быстрее. В Бийске вновь запустили транспорт по понтонному мосту через реку Бия. В этом году ледостав произошел быстрее, чем обычно. То есть 6 дней река встала, было принято решение навести мост. То есть, как обычно, подготовили акваторию, раздолбили лед. В 2018 году мост собрали раньше обычного. Как правило, последние годы наплавное сооружение собирают ближе к 20 числам ноября. Однако природные условия внесли свои коррективы. Горожанам после разведения понтонного моста пришлось ждать всего лишь 6 дней. Поверхность воды сковал лед, и работники речного порта уже вчера приступили к сборке связующей конструкции. Добавим, что мост открыли для движения в 16:30, и цена за проезд для легкового автомобиля осталась прежней – 30 рублей.